арестанте постановили следователя Мусаева по возбуждению ходатайства об избрании меры пресечения заключения под стражу в отношении Исакова Магомеда Курбанкадьевича 01.01.1969 года рождения, подозреваемого в совершении преступления приставной частью 6 статьи 290 УК РФ, руководствуясь статьями 97, 99, 100, 108 УПК РФ, постановил избрать в отношении Исакова Магомеда Курбанкадьевича 01.01.1969 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, присмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, меру пресечения и заключения по стражу на 2 месяца, то есть по 30 ноября 2024 года включительно. Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РФ в течение 3 суток со дня его внесения. В течение 3 суток.